16 марта 2019 года исполняется ровно 5 лет со дня присоединения Крыма к Российской Федерации. Как на самом деле ульяновцы относятся к этому? Пойдем и спросим у прохожих. Нормально. Так и должно быть. По-другому и быть не могло. Он всегда наш был и будет до конца. Положительно, конечно, очень рады, что мы взяли свой Крым, вернули вернее. Дай Бог, чтобы ездили наши все русские люди, ну и все остальные тоже. Да, если людям так комфортнее, то почему нет? Положительно, конечно. Вернули свой Крым, как и надо было. Он и был наш, и сейчас вот рады, что вновь опять стал нашим. Вот. Спасибо тем, кто боролся за это, чтобы был он к нам, относился к нам. Потому что он был наш, он должен вернуться на свою историческую родину. Еще и Донбасс надо забрать. Но, в принципе, даже Сбербанка как такового там нет. Поэтому не знаю, насколько он наш, сложно сказать. Крым был всегда нашим. По-моему, 7 русско-турецких войн мы вели за Крым. Так? И только по глупости Никиты Сергеевича Хрущева и Ельцина Крым попал в руки Украины. Крым был наш и будет нашим. Я считаю, все, что мы сделали, присоединили Крым опять к России, это был долг всего нашего народа. Хорошо тем, что наши люди ездят сюда отдыхать, развивается какой-то бизнес там курортный. Но для меня пока никаких ни плюсов, ни минусов я вас не вижу.